Добрый день, дорогие друзья! Я бы сегодня хотел с вами пообщаться о том, как крепить поводки к основной леске. Так вот я крепил поводки, когда рассказывал снасть на тарань, а также когда мы делали с вами самодур. Ну, и потом у меня самое часто люди спрашивают, а как все это ты делаешь? Плохо видно. Ну вот я решил это, все это дело показать. Вот у нас основная леска. Берем кусок лески. Берем там, где нам надо сделать, подцепить поводок. Делаем вот такое вот, вот такое кольцо. Вот. Раз. И дальше делаем еще одно такое второе кольцо. Два. Вот два кольца. Видите? Теперь то кольцо, которое второе, мы просовываем его вот сюда вниз. Вот, сюда вниз. Раз. Дальше. Два. И три. Получается, что нацеливаю друг на друга. И дальше затягиваю. Вот должно получиться вот так вот. Вот видите, вот, вот как вот здесь. Вот он наш поводок. На поводке делаю два узла. Вот поводок заходит в основную леску и затягивается. Смотрите, видите? Затянулся. Все. Все, наш поводок стоит мертвым. Давайте еще раз. Одно кольцо. Второе кольцо. Верхнее кольцо, которое мы наложили, пропускается под низ. Так вот. Теперь следующее кольцо идет вниз. И следующее кольцо опять идет вниз. Вот такая получается конструкция. И затягиваем. Вот что у нас получилось. Теперь вставляем поводок. Теперь затягиваем. Все. В дальнейшем, если нам надо поводок убрать, откусываются вот эти два узла, и поводок высовывается. Ну, в данном случае мы можем показать, что он высовывается просто так. И вот этот кусочек лески просто выпрямляется. И пальцами распрямляется. Давайте еще раз. Вот смотрите. Берем основную леску. Одно кольцо. Сверху еще одно кольцо. С верхнего кольца в нижнее продеваем конец. Дальше вот этот конец сюда. И вот этот опять продеваем под него. Затягиваем. Поводок. Все. Ну, надеюсь, было понятно. Все. Будьте здоровы. Не хвоста, ничего.